красиво вообще. Даже так красиво. Я приехала на радио «Комсомольская правда». Машенька, красотка. Ой, ну вот девочка такая, привет, и сразу. Только что мы пообщались. А вот смотрите, какая я тут. Клевая. Еще мне подарили цветочки. Вот. Спасибо большое. Да, еще наши сувенирчики. И еще вот, сувенирчики. Ой, с Новым годом, спасибо. Спасибо, что ты к нам приехал. Да. Ух ты. Календарик там. Я календарь. Шампанское. И бокальчик игристого, да? Спасибо, Машенька. Спасибо, «Комсомольская правда». И мандарин, да, да. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, Тим и Пумба in the house. Такие сладкие. Я уже привык. Что, у нас встречи, встречи каждый день. Все успеть, задачи перед Новым годом. На улице холодно. Вчера вам показала и сегодня уже надела новую футболочку от Ольга Бузова дизайн Kiss Me. Очень крутая. Ну что, дорогие друзья, ежегодная премия шоу «Бородина против Бузовой». Мы готовимся к съемкам. Дай Бог нам сил. Боже, какой роскошный торт. Какие все красивые наши любимые ведущие. Готовлю новый костюм. Сегодня я как фея. Ну, собственно говоря, у меня главная роль. Смотри 31 декабря в новогоднюю ночь. Эксклюзивно на канале «Музыка Первого». Ну что, мы сегодня снимаем премию шоу ББ. Сегодня будут долгие съемки. Будем награждать наших участников, наших любимых. И интересно вам, какой образ сегодня у меня будет. Но макияж и прическу вы уже видите. Сейчас еще губки накрасим. Вот у меня платье черное. Вот мы думаем, красные губы делать или нет. Потому что нюд мейк. Мейк от Анюты. Нюд. Но такой нюд, что вы как бы и не нюд. Ресницы, стрелки. Вот такие локоны очень аккуратные, элегантные. Оксик-токсик. Вот мы думаем. И в пол платье черное. Ну, не просто, но оно шикарное. Вот красные губы, как думаете? Мне кажется, будет хорошо. Делаем красные губы, да или нет? Мои хорошие, все эти призы могут достаться вам. Все, что вам нужно сделать, подписаться на этот аккаунт и на всех спонсоров этого аккаунта.
хорошие, срочно заходите в мою ленту и переходите вот в этот аккаунт, потому что мы подготовили вам просто невероятно крутые призы, и я желаю вам всем удачи. Чудо случится. Ну, посмотрите, вообще шок-контент. Все ведущие в сборе. Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова и ее шикарные ноги и худая фигура. Ну, у Ксюши тоже они шикарные. Черкасов. Андрей Черкасов. Ее шикарный, я думаю, Андрей Черкасов. Вы понимаете, что будет сегодня происходить? Новогоднее шоу «Бородина против Бузовой», номинация. Девчонки, девчулечки мои, а где Кадони? Кадони? А, у нас не номинация. У нас не номинация, у нас премия. Булочка. Ну что? Мы начинаем наше шоу, новогодние выпуски шоу «Бородина против Бузовой». Сегодня будем награждать наших ребят, наших любимых ребят. Я пропала. Все, мы тебя спрятали. Забираю вас с собой в Новый год. Да, мы не отлипнули. Да. Спасибо вам большое за этот год. Просто кто-то сейчас пошлынгает к себе, кто-то улетит. И тут тоже улетит к себе домой. А у Соньки еще день рождения 31 декабря. Она будет дома. Поздравим ее все. Спасибо вам большое. Спасибо тебе. Да. Сегодня просто вообще последняя неделя какая-то такая плаксива. Это вот подарочек от ребят. Сказали открыть сейчас. Я тоже хочу. Киндер. Я пропала. Все, мы тебя спрятали. Забираю вас с собой в Новый год. Да, мы не отлипнули. Да. Спасибо вам большое за этот год. Просто кто-то сейчас пошлынгает к себе, кто-то улетит, и тут тоже улетит к себе домой. А у Соньки еще день рождения 31 декабря, она будет дома. Поздравим ее все. Спасибо вам большое. Спасибо тебе. Да. Сегодня просто вообще последняя неделя какая-то такая плаксива. Это вот подарочек от ребят. Сказали открыть сейчас. Ольга, корона, сердечко от Сони и Бо. Так. На-на-на-на-на-на-на. Это маечки такие красивые. Так. Разного цвета. Ух ты, класс. Спасибо.
Новый год стучится, и все мои друзья присылают мне подарки заранее, потому что знают, что Олечка фигра там, фигра тут. И хочу сказать огромное спасибо Дефиле. Мы с вами дружим уже много-много лет. И вы всегда меня радуете вообще на все праздники. Вы прислали мне, как всегда, новиночки. Сейчас просто покажу. Я смотрю, открываю распаковку, ваша любимая рубрика. И что? Просто, как вы видите, да, в чем я? Это пижамки, которые я безумно люблю, и у меня их много. И спасибо большое, тут, наверное, еще много всякой красоты. Буду разбирать, смотреть. Спасибо. Я могу сказать, что я никогда не думала, что придя работать на шоу ББ, в эту команду, я стану настолько, эти люди станут мне настолько близкими. То есть все ведущие, участники и очень-очень многие сотрудники, с которыми я уже породнилась. Мне очень приятно вообще, что у вас ко мне такое отношение. Я вас безумно люблю, уважаю и думаю, что мы еще будем очень-очень-очень долго вместе работать. Ребята, вы очень-очень крутые. Вы действительно команда, действительно семья. И поверьте мне, такой команды, как здесь, очень мало встретишь где на просторах российского телевидения. С Новым годом! На четырех языках? На четырех. На русских, считай. На русский, английский и немецкий. Если хотите, могу что-нибудь сказать. Разумеется, мы не могли заставить вас. Ну что, мои хорошие, всем привет. Сегодня немного удалось так поспать. И наконец-таки сегодня я пойду покупать подарочки. Кому-то я уже подарила, кого-то я поздравила уже среди своих коллег, гримеров, администраторов заранее. Вот. А кому-то еще не успела ничего купить, поэтому поеду за подарочками. Сейчас еду в Ласта. Вот, хочу сделать еще раз процедуру Хайдры. Она очень хорошая, ее можно делать спокойно, совершенно спокойно. Раз, два в месяц, потому что она не травмирует кожу. Это просто уходик, увлажнение и хорошее-хорошее очищение. Вот, у меня столько макияжа было за последний год, что мне не по... Ой, ну все, ну что, да, что вам показать? Ноги, прикиньте. Макияж. Студия «Тишина». Ольга Бузова in the house. Новый год. Нам стучится. Знаете, мне очень нравится мицеллярная вода Garnier, потому что он на 98% состоит из натуральных компонентов и очень хорошо очищает кожу. Кстати, продукцию Garnier можно приобрести по выгодной цене со скидкой 40% в сетях Магнит Косметик и Магнит Семейный. А еще вы можете принять участие в конкурсе. Подробности в посте. Все, что вам нужно, это подписаться на новогодний наш и на всех, на кого подписан новогодний наш в разделе подписки. Мы сегодня будем смотреть за вашей активностью. Так, ну что, смотрите, новый цвет футболочки Ольга Бузова дизайн. Красивый такой бордо. Джинсики тоже подобрала с бордо. Заказывайте. Снежинки наши любимые. Вообще, как мне нравится, как мы сделали этот принт. Вообще новогодний. И у нас столько новиночек. У нас есть и кофточки, и свитшоты. Вы можете заказывать парные футболочки. Для мальчика, для девочки, для ваших детишек. Вообще, всей семьей. Вот я приехала в Ласта, и сейчас буду делать процедуру Hydra Facial. Я про нее вам много говорила. Вот мой мастер.
вот этот потрясающий аппарат. У нас здесь очищение, увлажнение глубокое. И что еще дает этот аппарат? Сияние. Сияние. Девчулечки, сияем и увлажняемся, и очищаемся. Мы будем танцевать опять. Я хочу майбах. Будет у меня он или нет? Я останусь номер один. Да, Филипп, ну давай! Пусть рядом с вами будут те, которые будут помогать вам исполнять ваши желания в наступающем году. Это так-то. Мяу. Москва такая красивая, снежинки падают. Смотрите, к нам в руки. Пробки, конечно, сумасшедшие. Но что поделать? Новый год стучится, чудо случится. Поэтому все, конечно, покупают подарки. Все стоит, снег выпал, все, сразу пробки. Классика, классика. А вы знаете, что нашей мандаринке ровно год. Предлагаю вновь скачать и послушать эту песню, встречать Новый год под мандаринку и снежинки. И танцевать под Бузову, конечно же. Красота, красота, красота. Зайчик мне составляет компанию. Мы любим покупать подарки. Это у нас уже традиция. И вот сейчас будут приносить красоту для моего любимого. Напишите ей в директ, чтобы она себе что-нибудь купила. Ничего, ничего. Вот нас тут встречают, как всегда. Спасибо, Цум, любимый. Ничего себе не покупаю. Сестренке заказала подарок, любимому сейчас еще голову ломаю. Лучше напишите мне, что вы дарите вашим парням, мужьям. Зай. Ау. Ау. Банзай. Ты уже полпускового делаешь. Просто принесли. Да, что... Пол отдела мужского заказала, сейчас буду выбирать. Естественно, я не буду вам показывать, потому что Давид же смотрит мои сторис. Что вы дарите своим мужчинам? Скажите мне, пожалуйста, на Новый год. Классный бумеранг. Банзай-зай. Я говорю, давай сделаем бумеранг по традиции. Набрала? Каждый декабрь, да. Классный бумеранг. Давай вот так. На память. Это бумеранг. Это бумеранг.